Так, останавливаемся. Сейчас мы ждем. Пушкаренко сейчас немножко сделает. Как раз он будет назад идти, я дам старт вот так. Остановили лодки, приготовились. Внимание, марш! Остается еще 100 метров преодолеть. Я хочу еще раз поблагодарить компанию САП Молдова за то, что они постоянно помогают нам с участием вот в таких вот соревнованиях, развивают этот вид спорта, вид гребли. И мы видим в нем большое будущее для наших спортивных школ, потому что привлечение молодежи, процесс непростой. Мы видим, небесный Василий немножко подустал, но Илья Рябов приближается к нему. И кто же у нас из них победит? И Вадим Марковский, скорее всего, будет третий, Николай Гонди, к сожалению, потерял равновесие, упал. Поздравляем Василия Небесного, Илья Рябова. И они побеждают на этом канале, тут и стены помогают. Вот эти два человека устанавливают эту прекрасную дистанцию, так что мы двойне их поздравляем. Вадим Марковский финиширует третьим и уводит призовое место в Григориополь. Бельцы, Григориополь, новые центры развития САП.